всем дискордовым на всякий случай все, говорю, все, что ура. Нюк вас слышать не будет, поэтому... Да-да, все, ура, баннер, ура, ура, чат все, с да, все, ура, с Новым годом. Да, чат с Новым годом. Ура, ура, ей. Баннер Беннета. Баннер Беннета. Два баннера Беннета. Сара Ап. Замечал, да? Кого? Ну, сюда ткни. А, на баннере на самом нет, а на картинке ап было прямо вот здесь. А, да? Нет, давай. А, кстати, подожди, а верни. Чё? Она разве всегда была Райден, а не Сёгун Райден? Не помню. Вообще не помню, как там было. А может, они специально это сделали, чтобы ап не было на сиськах Сары? А я не помню, какой прошлый баннер был. А давай здесь посмотрим, подожди. Оно же здесь тоже отмечено. Там же, сказать, на картинке я прям кекал. Не, в мероприятиях должно. В мероприятиях? Да, вон, а, вот она. Да, Сёгун Райден, да. Лол. Окей. Опа. Повесточка. Опа. Так, я на всякий случай поставлю даже жатву, мало ли что. Вдруг мне взбредет в голову потратить все и больше не играть в Геншин. Новая драма такая. Новая драма. Там написано Сёгун, а здесь написано... Так, хорошо, пойдем в Дискорд. Пойдем в Дискордик. Мы сегодня, в принципе, пришли поздравить, собственно, девушек с 8 марта и да, посмотреть марта. Круточки. Поэтому с 8 марта мы вас уже поздравили. Круточки сейчас только начнем. Так, запись на крутки. Первая у нас Passion Fructic, наш постоянный гость, которая хочет сейчас какомечку на 100 плюс круток. Так, это есть... вижу. Вижу, приветики. С праздником тебя. Привет. Здорово. Что-то тебе привет. Плохо. Я, конечно, не слышу, но все равно. Плохо? Меня, по идее, должно было быть, наоборот, громче слышно, потому что я микрофон... Нет? Блин, ну... Нет. Ну, мы микрофон громче выкрутим. Ну, попробуй меня просто погромче сделать сама как-нибудь. Да нет, там что-то хрипит. А, хрипит. Все, я понял. Понял, сейчас, минуту. Так, мне надо понять, ты видишь стрим или нет? Стоп, стоп, стоп. Сейчас я с этим разберусь. Вот, сейчас нормально. Все. Получше стало? Не хрипит? Все равно опять хрипит. Ладно, Не, это со всеми будет, просто я сейчас быстренько поменяю. Я знаю, как это сделать, или не знаю, как это сделать. Так, не вывод, ввод же нужен, правильно? Да, правильно. Вот. Мне нужно, по-моему, вот это. Вот так получше? Да. Да? Но ты теперь слышишь мой Геншин, наверное. Да, Иоанна, я обычно ставлю. Да, я фоном звук поставлю. Сколько у тебя? 546 звездного блеска? Жесть, ты богач. Да. Нифига себе, ты его вообще тратил хоть раз в жизни? Да, до где-то октября. Я вот с октября его примерно копил. 46, нифига себе. Так, давай смотреть, работает ли стримчик. Угу. Смотреть стрим. Ага, все, я вижу Райден в бревне. Да. Хорошо. Отличное место. Китяра, да я не все-таки говорите. Выбила я и Мика, потому что все-таки мне выпало две люстры. Да. Две люстры, а вторую куда дело? Подряд. Никуда. Ой. Никуда, понятно. Да. Ну, но может, потом может пристроишь. Быть, не, да, может, к какому-то да. персу еще хорошо будет подходить, конечно. У меня что-то не работает. Что не работает? Не переключается? Нет, я просто мышку не вижу, буду на ощупь. А, на ощупь, ну давай. Сейчас. Куда мышка, как могла мышка пропасть? А, все ага, нормально. Все. Поехали, давай, удачки тебе. Угу. А сколько круток, спасибо. Да, кстати. Я думаю, с гамбами сейчас не будем заморачиваться, потому что... Да. Людей много и... Я ей буду потише Беннет. Крутить, ага, чтобы Беннет. Не пропустить. Да. Мне надо три сары. И все. Какоми и три сары. Какоми и три сары. Три сары это. Да. Хорошо. Но это, к сожалению, не сара. Да. 20-я круто. Че там, почти ноль, наверное, круток, да? Да. Считаем 30-я. О, вот и первая. Хорошо. Повезло. Ну, первая. Mm-hmm. Ну, не первая, а C4 получается. C4, да. Да, я так понимаю, до шестого, да. Не совсем, сары. Да. Ну, хотя бы два эпика. Я думаю, нормально. Хотя. Там до этого по одному шло. Вот. Церебнявочка, прям за сахарозой. Я думаю, я всю удачу уже потратила, когда крутила деда с козой, поэтому... Эх.
Так, ну, будем... Хотя главное 50-50. Ну, я думаю, это где-то 60-70 уже, да? Ну, было 179-70 прокручено, mm-hmm. сейчас будет лего, по идее. Да. Давай. Надеемся на 50 на 50, mm-hmm. чтобы на А это хватило, или на кого-нибудь еще там. Mm-hmm. Да. Спасибо, Мона. Класс. А можно я покажу, какое у меня созвездие на Мону? Покажи, конечно же, только... Ну, хорошо. Сейчас бы еще выпало, было бы здорово. Да, было бы. Не повезло, не повезло. Ладно, сейчас. Ну, давай. Я не играю за Мону, поэтому мне грустненько немножко. Ну, хотя бы прокачано. Четвертое. Че там попадание любого врага? Че там крит шанс по Омину? Плюс 15 крит шанса. Я даже не знал о существовании этого созвездия, вот серьезно. Наверное, надо прокачивать ее и играть, да? Ну, типа, халявные 15 крит шанса звучит круто, да. Ну что, дальше? Да. Да, ну давай, давай. Понадеемся, тебе нравится. Ну уж Сара-то точно теперь прилетит. Блин. Блин. Не прилетел. Какое раннее. Эх. Да меня будет... Вот, Сара да, еще последняя осталась. Ну, видимо, Сара дойдет. Так вот, по поводу Аята, я его хотела бы, но если вдруг будет реран Венти, которого не было давно, я, конечно, буду Венти как бы ждать. Кстати, Нюка, ты слышишь из наушников, нет? Ну, я слышу, да, когда говоришь. Во, я могу, кстати... Не, да я могу просто погромче сделать, и все. Ну, а Венти тебе уши будет, ага. Хоп, да не, нормально. Да не, около. Ну что, опять софта или чуть раньше? Раньше. Это раньше по-моему, было 99. Ох, да. Сразу. Поздравляю. Спасибо. Ну что, может еще тебе это... В какую-нибудь еще лего? А, громко стало. Да, ладно, понял, чатик. Чатику громко. Я в оружейку крутану здесь. В оружейку? Ну давай, чисто для... По интересу. Как говорит Яна, 10 после леги. Ну вот, понимаешь, когда я хотела омут, я крутанула десятку, у меня было как раз до гаранта, у меня выпала люстра, я крутанула после этого еще десятку. Еще десятку, еще люстра. Да, и я подумала, что надо докрутить до омута, потому что, ну а как? Ну да, да, омут. Так, я не буду воплощение выбирать. Вообще просто... рандом, а давай. Да. Но, ну, да. Может, Сару? Одной же не хватило. Ой, да, да. Мне... Думаешь? Я думаю, может, в классике где-нибудь выпадет, мне да. паду. Ну что ж, поздравляю, хотя бы после Моны чуть более ранний выпал. Да, ранее тоже. Раз еще там, да, какие-то крутчики остались у тебя. Да, да. Все, спасибо тебе за крутки и еще раз тебя с праздничком. Праздник. Давай. Спасибо. Все, давай. Пока. Пока-пока. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. У нас щелчок хотела покрутить 40 круток. Очень хочет Сару. Так, ну, сидит, ждет, почему бы, в принципе, и нет. У нас не супер прям много сегодня человек, но почему бы и нет. Здравствуй. Мы только что не смогли найти 3 Сары, нашли только 2. Так что одна, может быть, у тебя осталась. Привет. Вообще, мне как-то странно, даже стрёмно, типа, у всех там по 100 плюс круто. Я тут залетел. Да, давай, Сару выбивай, давай. Хорошо. Сейчас, можете, ранняя лего какая-нибудь внезапная вылезет. Я говорю, у нас не так много прям людей, поэтому, почему нет, мы сейчас минут за 30 все это открутим и дальше пойдем отдыхать. Ну, хорошо. Мне язык менять или понятно? То есть... А, ну, да нет, крути просто. Ну, ладно. Поехали. Жми. Так, смотрим. Жми давай, да. А, ты кого, кстати, Сара. Да, Райден, если что, или какой? Райден. Ну, раз Рейден. Сара, то под нее, наверное. У меня на крутках кто-то это крутил, когда нужна была четверка по очередности каждый баннер. Ага. Не помню, кто. Типа без разницы, потому что кто выпадет из лег. Ну да, это логично. Ага. Уф. Ну, как бы созвездие, конечно, но... Звездный блеск. Да. Копил. А ты, получается, одну Сару хочешь просто? Просто одну? Во. C6? Или это какая? Это вообще C2. А, C2. Не, ну C2, кстати, нужная прям. Да, C2... C2 это прям очень ей хорошо. Так что вполне... Грац, грац, нашел за Сары. Да, видишь, не зря. Точно надо дальше купить. Ну а дальше уже нечего.
Ну, скажешь, еще... А вдруг, последние нотки. Эх. Ну, я думаю, давай, да. Давай 4. 4? Ну давай 4. Все, видишь, Нюк говорит, что надо. Да. Давай. Ну раз уж мало есть, ли. Что ж. Давай. Да. Раз уж так повезло. А, две сары. Нюк выглядит как настоящий, да? Нет. Это картонный. Опа. Вот смотри, летит пятая. Пошла. Ну-ка. Пошла. Ну нет. Рейн слэшер. Удивительно. Ну да, типа, дождерез. Жалко. Ну, все. Ну ладно. Окей, anyway, поздравляю, целых три повезло. Все, не зря пришел у нас покрутить. Давай. Спасибо. Давай, счастливо. Хорошо вечером, пока. Удачи. Пока-пока. Так, стрим закрыть. Дальше у нас. Дальше у нас с вами Ник на 100 плюс круточек. 50 на 50 Райден. Вижу в Дисе. Вижу, добавляю. Здорово. Привет. Приветствую. Подрубай стримчик. Ага. Только Райден крутим, никого больше. Да, у меня еще такая ситуация, если я выбиваю Райден до 40-й крутки, ага. Или же если я выбиваю, точнее, если я выбиваю до 40-й крутки любую легу, или же Райден после нее, 50 то, на 50, то оружейка? Я кручу дальше. А, кручу крутишь дальше, понял. Да, я просто еще аяты хочу, я считаю, у меня по круткам, чтобы еще... Понял. Ну хорошо, ну смотри, давай попробуем вначале 50 на 50. У меня есть что тут еще заначка. Ага, понял. Кто закупил эти луны заранее? Правильно, между прочим, правильно сделал. Это вообще всем рекомендую. Это хорошее решение. А то осталось 2 дня. Да. Даже, возможно, даже день. Ну да, кстати, пока и виза перестанет работать, да, и поэтому, если у кого-то есть лишние деньги, он готов влить. Типа луны закупить, идея, да, хорошая. Я рекомендую закупить луну, потому что я бы еще это рекомендовал закупить батл пасс, но увы. Да, батл пасса нельзя. Ну, я не беру батл пасс. Да, но если вдруг у кого-то нет батл пасса, и он сомневался, то вот сейчас самое время. Да, взять хотя бы одну какую-то классную пушку. Батл пасс, чтобы его это, и все. Чтобы его реализовать. Ну давай, начинай. Поехали. Ага. 180 дней максимум. У меня, если что, не было вообще круток после леги последней. Ага, это понял. О, это хорошо. Сара, это конечно, круто. Отлично. Это третья у меня. Третья. Ну смотри, дай бог, сейчас по дороге довыбьем, да будет у тебя C6. Ага. Под Райден, да. Райден, да. Смотри, еще никому с первого раза лего не упал. Да, пока не падает. Со мной не волнуйся. Бафы. Крит урон на 60% бафы. Блин, я что-то это... Нормально. Ну, это сколько-то много Беннет. Конечно. Привет. 40. Оп! Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Ну вот только... Это же не 100% или... Нет, 50 на 50. 50 на 50, да? Ну-ка. Ну-ка. О, раз. Хорошо. У меня C1. Хорошо. C1? C1. Понял. Ну так... Значит, я понял. Значит, дальше ты крутишь Сару и C2, да? Ну, или классическую, да, легу под А, это все-таки, чтобы 100% гарант оставить. Я все дальше кручу, выпадет C2, хорошо, выпадет любая рандомная. Тоже хорошо. Тоже хорошо, да. Да, логично, давай дальше. Ноль стримеров по Рунтере, эх, ну, что поделаешь. На самом деле, один из лучших исходов, который мог быть. Ну да, очень круто, сразу Райден, найс. Как же, а это да накопит еще, видимо. Блин, а так... не представляю, какая это потенция, ужас. У тебя, ну, сколько круток, Нюк? Не знаю, 3, может. 3. Ясно. У меня просто омут есть, я такой задумался. Я просто надеюсь на лучшее. Ну да, кстати, с омутом. Отличная идея. Хорошо было бы. Баннер жадный, ну пока такой. У нас пока. В смысле, реально нельзя будет больше лимит пить. Ну, в смысле, виза и мастер-карты, и стоит работать.
Ну, в смысле, если ты переводишь деньги из России в любую другую страну. И в Китай, наверное. А ты донатишь через что? Да, когда ты донатишь в Genshin, это значит, что ты донатишь из России куда-то. Кстати, я, да, не той отметочки не сделал, блин. Ой, хрен с ним. Так, ну, это уже тянет, конечно, видимо, до софты. Да. Нет, через Кудашоп нельзя. Кудашоп не работает уже 100 лет как. Через Мушоп, я думаю, тоже. Оп, она. А вот она. О, вот она. Ну давай смотреть. С2. С2, конечно, было бы здорово. Но будет джин. Ну, мона. Она у меня есть один. Не знаю зачем. Ну, подавай прям в конце. О, Грац. Все-таки цена. Ну, Грац, да. Ну, значит, без заявки, но зато с C2, да, Райден. Зато... Это вообще третья 50 на 50 подряд выиграл за все время моей игры. Круто, поздравляю, это очень здорово. Ну, давай, все, Грац, тебя с крутками, спасибо, что пришел к нам на крутчики. Все, хорошего вечера, давай, пока. Так-с. Авенджера вижу в голосовых каналах, но не помню, он там что у нас крутить, что ли, хотел? Вроде нет. Так, я не знаю, M2Hin, наверное, правильно ник. 100+, 50 на 50 на Райден и Сару до C6 вижу в чатике. Добавляю приветствие. Добрый вечер. Привет. Здравствуй, здорово. Так, какой у тебя ник на Твиче? Я не помню такой ник на Твиче. А, как я на Твиче почти не сижу. Почти не сидишь на Твиче, ничего себе, понял. Ладно. Я так ютубчик смотрю. Понял, с ютуба, класс, окей. Так. А, подрубай. Так, у меня С2. С2 уже? Или? Да, с прошлого баннера. Нифига себе. С2. Всего было две Сары и одна из стандартного, так что мы Сару крутим. Сару, и, наверное, да, Леги. Ясно. Ну, там C3 Райден даже будет тоже класс. И... У тебя же C3 Райден, да, с первого баннера, по-моему, если не ошибаюсь? У меня C6. C6? Райден. Да. Подожди. Мне казалось, ты до C3 докручивал ее. Я прям помню, как... Да, на стриме. Я потом ходил к Аксу докручивать. А, ты потом еще. И у Акса докрутилось до C5. Ясно. Так, стрима не вижу, не подрубил пока. Там была другая история. Ой. Там... Ага, да. А я чуть крутить не начал. Ага, да, мы пока не видим тебя. Там была история в том, что я хотел крутить у Акса оружку, жатва наролилась буквально чуть ли не с первой десятки. Сейчас, понял. Придется вливать в райд. Так, да, она что-то прогружается пока что. А, я потому что вот твои основные крутки первые видел. Да, там было C3. Так, пишет, стрим закончился, треск сверчков. Меня почему-то пишет сейчас какой-то, не удается найти. Смотри. Можешь пока... Что? Там прикол в том, что если ты пытаешься, по-моему, как отдельное окно Genshin выбрать, это вроде бы нельзя сделать... Я не знаю, я сам ни разу не стримил. То есть рабочий стол просто. Во, теперь видно. Ага. Но всё. Может быть без звука? Да без звука не важно. Тебя мы слышим, это главное. Ну что, давай тогда. Там 34 тысячи примасов было, чат я успел увидеть. И 40 уже готовых фиолетовых круток. А, вот про донат это... Можно спокойно через у кого PS-ки есть и привязано. Там через PS-ки, через сторонние сайты покупаете. Через Подожди, через PS-ки, через Соньку, сторонние сайты? Да, там есть какие-то еще. Да, я вот так сейчас закинул. Понял. 4 донат-пака. Ничего себе. На 150 дней. Ага. Ну, вообще пока через PlayStation, да, самый такой вариант, потому что там курс доллара-то они еще не правят. Ну, я пытался через Соньку донатить напрямую, через, ну, этот, своей тиньковской просто визой, у меня не получилось. Да-да-да, и там, поэтому, да. Короче, именно кошелек пополнения коды покупаешь на сайте. Ну, короче, вот. Карточки, я понял. И так получается. Они, кстати, продаются у нас. Да. В Москве есть. В каком-то видео. В 1С интересе, и в МВидео, кстати, да, могут быть, да. О, первая пошла, самое важное, да. Что мы ищем? Осталось еще две. Ага. Вообще, как ты мог забыть? Мы же с тобой оба у Акса были, алло. Я там докручивал Райден. Ты Райден именно у Акса на этом стриме докручивал. А я чуть-чуть выкрутил. И все. Это тогда еще оружейку крутил у Акса.
У меня память ужасная, на самом деле. Я, меня спросишь, что я тогда выкрутил, что это, я еще не помню, да. Но, все но тогда прям... первым сось, по-моему, выпало. Что-то было такое, да. Блин. Ну где она там? Да, идет. Но у меня была откручена. Так, одна же Сара была пока, да? Скипай, наверное, эпики. Хоть мы и Сару ищем, но там еще люди тоже ждут. Приветы, приветы. Привет, чат. Здорово. О! Ну, плюс Сара. Хорошо. Это C4, да, по-моему? Нет, уже C5. А, уже C5. У тебя C3, мне показалось, C2 что-то. Ну, давай. О, все. Ха, класс. Чё, ты будешь докручивать Легу? Ну, давайте до Леги докручим. А, давай до Леги. Почему нет? О, донатик внезапно. Опа. Так, не скипай, не скипай, ещё мы донатик прослушаем. О, божечки. Зизу, я не знаю. Я не шарю в ДБД уже вот пару лет, и правда, я не знаю. Ты можешь попробовать написать саппорт, но я тебе в этом не помогу. Donation accept, спасибо большое за 50 рублей. Спасибо за 50 рублей. И давай смотреть Лего. Поехали. Почему всем резко Сара понадобилась? Ну, думаю, что потому что она бафает ей Мика, не? Ну... Первая. Окей, первая. Да. Ну и очень даже неплохо, почему бы и нет. Ну да, гарант на Аят. 100%, да, гарант на Аят. Ну можно десяточку после Леги. Десяточку после, ну давай, да, почему нет, давай, давай. Эх. Эх, ну Беннет. Неудачная десяточка после Леги, так сказать. Все, спасибо тебе большое за крутки. Спасибо за стрим. Хорошего вечера. С праздником. Да, да, давай. Угу, пока. Да, так, ты, конечно, поделил. Это есть. 25 рублей мне, 25. Стрим закрыли, это есть. Получается, что так. Так, следующие у нас еще остались. Дальше Жопио, Гренко, Мята и Алексей. 4 человека у нас еще осталось. Так, видел Жопио. Здорово. Здорово. Так, здрасте вам. Приветствую. Ты писал, что маловато желающих, поэтому решил круточек добавить, потом еще людей да. появилось. Ну, давай посмотрим. Какие у тебя планы? А, у тебя планы драться с Розалиной Кручкой и Волифайтером? Готово. Хорошо. Просто пару лек. Пару лек? Хорошо, давай. Ну, то сейчас по-быстренькому будет Райден. Стопроцентно? Да. Ага, готово, да. Так, пока по-быстренькому я себе долью чай. Вкусный чай. Да, не фильтрованный. Пшеничный. Пшеничный чай. О, это C6. Ей. Мы так долго его ждали, и он пришел. Ну, тут Райден летит уже. Ага. Но может две летит? Может быть, две Райден? Может быть. Ну, Огра. Ну и давай какую-нибудь Мону еще. Попутно. Не, у меня там или Чича, или Зелёк. Понятно. Понятно. Какое созвездие на Райден? Ну, третье. Третье, хорошо. Ну, и будет четвертый. Ага, понял. Так, а какой-нибудь будешь крутить? Или... Да нет, мне неинтересно. Нет, неинтересно, рыбка. Яна бы тебя сейчас в чатике как-нибудь покарала. C6 Саю тоже супер. Блин, я недавно тоже выбил C6 Саю, и надо ее вернуть в пачку. О, ранняя. Класс. Тридцаточка. Ой, сразу же. Хорошо. Зи, спасибо за 150 рублей. Ну, если тебе разработчики в поддержке пишут, что не могут, я точно никак, я не общаюсь, не контачу и никак не смогу помочь тебе с внутриигровыми предметами в ДБД, правда, Зиза. Я рад, что ты помнишь меня как стримера, но по ДБДшке, но
Нет, к сожалению, никак помочь не смогу. Donation accepted, спасибо за донат. А тебя спасибо. Еще раз грац, да, а то прервали чуть-чуть. Да, C4. Ну, Арушка, что-то выбрал в Арушке? О-о-о-о! Или там готовая Лего была, признавайся. Нет, там... Нет. Круток 20 было. Круток 20, понял. Ну давай, на что надеемся? На небесный пончик. На пончик? О, вот и пончик. Он должен был прилететь, потому что... Потому что ты сказал, что тебе не нравится Кокоми. Не очень. Я просто, когда крутил меч Аяки, было C2 сось, а когда крутил Хому, был C2 лук. Понятно. C2 лук. Так что... Ясно. Ну что, останавливаемся на этом? Давай. Оставляем на следующей бане. Так, пойдет. Давай. А, покажи, форма-то выпадет? Или ты уже тратил смолу? Давай, давай форму. Давай форму. Эх, без формы. И защитной части. Можно попрограммировать еще-нибудь сердца и активировать С6 Беннет. Ты уверен в этом? Он ничего не ломает. Ну, в принципе, не особо. Ну, давай, давай, я-то никогда этого пока не, делать не планирую. Нажми эту заветную кнопку. Поздравляю. Все, давай, хорошего тебе вечера. Спасибо. Пока-пока, спасибо за кротки. Ты, как прошел стрим? Ты нормально? Хорошо, у меня что-то давно такой фигни не было. Да, он периодически прям возьмет. Монстра! 58-й ресапчик. Ух, 58-й. Эй. Зиза, спасибо тебе большое за донатики. Три донатика аж. Спасибо, донатишь на ксат. Правда, прости, я никак не могу помочь с ДПДшными вещами, это точно. Монстра, спасибо большое. 58. Уф, уф. Так-с, едем дальше. Едем дальше, у нас крутит Гренка, 50 на 50, 50 плюс, Райден откручено 50. Го. Здравствуй, пойдем смотреть твои 50 на 50. Да, всем привет. Привет, слышно. Дорожные условиях, поэтому есть шанс, что у меня немножко будет подвисать, я надеюсь, что... В дорожных условиях ты не за рулем, надеюсь? Нет. Нет? Окей, тогда ладно. Хорошо, тогда подрубай, с праздничком тебя. Праздничком. Да, спасибо огромное. Ага. Да, надеюсь, тебя еще и баннер выходит. Поздравит с праздником. Да, я очень надеюсь, я жутко хочу Райден для националки, потому что я уже начала Сянку и Синчу крутить. Ага. Вот, и я надеюсь, что сейчас мне повезет. Понял, будем надеяться, да. Хорошо. Так, экранчик видим. А, он мобильный экранчик, да. Класс. Поэтому я и говорю, что дорожные условия. Все, хорошо, да, мы тебя слышим, все нормально, давай крутить. Отлично. Экранчик, да, есть. Я очень рада, что попала, потому что я, когда поняла, что я буду в дороге в этот момент, я поняла, что все. Походу, я прилетела, и я думала докопить под 100, а что-то как-то учёба меня забрала. Ну, понимаю, да. Понимаю. Поэтому как-то так. Ну, ничего. А еще я так расстроилась, что теперь у нас нету нормального, ну, типа, сапка пока есть, но вот у меня только второй месяц, и я... Вот синенечко. Я ее забрала зачем-то в этом. Да, там. Мне были фонари, потому что я хотела себе ее в коллекцию. Ага. А теперь она в этом баннере. Я в какой-то момент тоже. Просто... Да, это брал кого-то. Я, по-моему, Синьянь брал на первых фонарях как раз, потому что ее не хватало мне. И я просто как бы прям сейчас расстроена на эту тему, но зато хоть у меня, наверное... Оп! Вот так вот. А от тебя 50-й было откручено, то есть это 70-е ну где-то, да, наверное, как да, раз. Ну да, 70-е, да. Ну давай, 50 на 50 попробуем. 50 на 50, пожалуйста. О, Бенни. Это хорошо, вторая конста, или третья, наверное, уже. Нормально. Ага, и еще фаво, еще эпиков сыпет. Можно не Чичу, пожалуйста? Давай не Чичу. Давай Райден. Ух, как тянет тебя. Эх. Ну, его как бы нет. Ну, черт, да. Ну, да, ну в коллекцию, что ж поделаешь. Пусть будет, да.
Все понятно. Давай, 10, 10 после Леги. Сейчас, сейчас может еще один прилетит. Да, да, сейчас может прилетит. Ну да, чат пишет, что не чичи все-таки. Ну да, не чичи, резонно. Эй, Ривен, спасибо за 100 рублей. Нет, еще до 11 числа визы работают, и о, типа все, все норм. О, но... это первая Сара? Грац. Первая, да, да, к сожалению, да. Вот она как-то на нее не везло раньше. Ну и она нужна будет под Райден, если... если хотя Райден не, подожди, будет, в националку-то да. Ты не запихнешь о, Сару никак. Поэтому, ну, да. Может быть, потом все-таки. Ага. О, сейчас у меня будет, да, C6, я уже чувствую. Возможно. Сейчас. Так, ну и десятка там дальше уже на 10 уже не хватает. Эх. Ой, жаль. Да, ну там, по-моему, ну да. Ну ладно, ну, что, может это. Да, может, но еще успеешь докрутить? Не... возможно, я еще. Надеюсь, да, да, сейчас. Целых три недели, да, по времени. Сейчас, а я у меня сейчас. В принципе, да, ты можешь блеск попробовать. У меня, ага. Во-первых, вот так, потому что я очень а, сильно... А, понял. Ага. И как раз три блеска еще, да. И как раз десяточку увидим. Еще одну. Десяточка. Это сколько? Сороковая, по-моему. Ну да. У меня ни разу не было... А, нет, вру, была ранее Лего на тете как раз. У меня там вообще было смешно, у меня было 50 на 50, и выпала Мона, а через 5... Ну, типа, следующая десятка, и через 5 круток выпадает дед. Ага. И я просто... Это была первая Мона, а потом первый дед. Ну, поэтому... хорошо, хоть дед пришел. Жаль, жаль, что не увидели мы Райден. Да. Вот эти люк. Да, да. Удачи тебе докрутить, если будешь докручивать Райден. Спасибо, да, большое сыночек. Всем, кто все, давай. Дальше, удачи в дороге. Давай. Спасибо. Все, с праздничком. Пока-пока. Спасибо. Ага. Так, едем дальше. Ехали там на машине. Виза, может, еще можно? Еще пока что нужно работать. Нельзя, там все зависит, супер зависит. Да, еще от банков зависит. Вообще, короче, непонятно, поэтому... Так что кто. Ну, постарайтесь, да, взять луны, если хотя бы луны, чтобы были эти дешевые примагемы, типа на месяц. Да я не грустный, господи, у меня всегда такое лицо. Он просто наевся и спит, на самом деле. Да, и да, Ривен, спасибо большое еще раз за соточку. Спасибо. Хорошо. Так, круточки. Дальше, что у нас? Пока настроим. Мята. Райден очень хочется 100+, 65 уже откручен, поэтому крутки могут быть быстрыми. Ну, будем надеяться, на самом деле, почему нет? Будем надеяться на медленно. Привет, привет. Раз, два. Привет. Привет. Да, тебя слышно, все хорошо. Привет. Да, я с праздником тебя. Спасибо большое. Угу. Так, секунду. Так, вижу, есть экран. Ага. И он... Сейчас пока что крутится что-то. Крутится. Угу. О, появилось. Дед вы на Зуме гуляет. Да, дед с копьем, которым мы выиграли. Ага. Ух, найс. Вот, надеюсь, сегодня тоже повезет. Давай. 102 круточки. Это довольно много. Так долго копила, я уже не могу. Ага. Так, ну вот сразу же. Бегать. Ну да, ты же. Ну все. Писал, что могут быть быстрые крутки. Ну, понимаем. Давай смотреть. Есть еще. У меня прошлая коночка была, я тоже выиграла, поэтому. Угу. Если выиграю Райден, это будет супер круто. Конечно. Ах, второй делюк подряд. Какая боль. Это делюк С1. Какая боль. Да, С1. Ну что ж, баннер делюка получается. Да. Получается. В любом случае, круток хватит, поэтому... Да, давай еще, может, раннюю десятку... Ты продолжаешь? Крутим? Да, конечно. Да, давай Райден тогда. Давай десяточку, согласен, Райден надо. Эх, ну, хотелось раннюю сразу, да. Не, два бэйни. 10 блеск. Да, ну и теорета, конечно, только mm-hmm. Сара нужна. Ну да, Сара всем, мне кажется, даже первый раз, не знаю, как-то не так много падало. На первом это бане. Это уже второй рык. А, не помню. Это подозрительно. Мне что-то еле-еле две выбил. Эй, мультифэндом Гренка с рисальчиком пусть второй месяц. Пусть мне не выпало Райден. Спасибо, Люки, Сара. Спасибо за возможность. Да, да, спасибо. Диана спасибо, Боли. Что покрутил у нас. Спасибо за рисальчик.
Так, я пропустил, кто там был-то? А то... Синьянька. Синьянька. А, окей. Да. Баннер Синьянь и Беннет. О, Сара. Ну, Сара одна, да. Сара, это хорошо. Блин, тоже без Сары. У меня на самом деле уже C4, но она мне прям там в классике попадала, короче, там в ивентовых чё-то круточках. Ну, то есть у меня тоже C6 близко. Ну. Вот это, кстати, очень классная крутка. А, ну, смотри, у меня ок, первая или какая? Нет, это уже четвертая. Ну, пробуды все равно круто, да. Пробуды найс, пробуды найс. Ну, где же ранее? Да, Зелюк, конечно, помешал всем планам. Ничего. О, вот и она. И это чуть ранее. И вот это сразу. Райден прямо сейчас. Ну давай, жми пропустить, и там еще одна лего. Эх, нет. Ну, и так круто. Ну да, ну да. Поздравляю. Поздравляю с Райден. Хорошего вечера и еще раз с праздничком тебя. Всем удачи, пока. Давай, пока-пока. Так, есть. Есть. Нужно всего лишь полгода не донатить в Геншин, продержаться, и все будет в порядке. Ну, наверное. Так, дальше у нас Алексей. Это последние крутки. 100 плюс круток идет за C2 Райден, потом Сигна, потом Какоми. А там уже как выпадет. О, прям планы большие у нас. Но я не вижу Алексея в Дискорде. Леха, приди в Дискорд. Да, Леха, выходи. А вернее, заходи в любой голосовой канал. А, к Таминке Рэй, ты, да? А чего, ну, типа, в этот, в кошкин хвост зайди, там, в долю ангелов куда-нибудь. Куда-нибудь зайди, я тебя перетащу просто в стриминговый. Да, у мамы круто, ну, 10 круток, да, у тебя хорошая мама, давай. Не Сару. Неплохо, неплохо. Опа. Нашел. Мгновенно тебя увидел. Здорово. Раз, два. Привет, привет. Вон, тебя привет, слышно. Привет. Здравствуй, здорово. Алло, алло. Ага, ага, ты нас слышишь? Так. Походу, не слышит. А мы тебя слышим. Ну, бывает. Сейчас напишу. Так. Раз, слышишь теперь? Секундочку. Слышно? Да. Mm-hmm. А ща, я ему в личку тогда напишу, что мы его слышим. Все, все. Ну, если ты нас не слышишь, ну ты можешь на стриме просто включить и отвечать с задержкой. Если он это уже сделал, возможно, не знаю. Окей. Нюк, а что у тебя на футболке, да? Кроме. А, утка. К сожалению. Ну, да. Так. Раз, два, раз, два. У меня с Катаминки Рэм тоже раз, была какая-то... Когда он ко мне выходил, но я круточка. Не уверен. Да, тоже что-то было такое... Так, стрим мы видим. Не помню, почему. Ох, ты нас уже да, слышишь или нет? Приходил разок. Ага. А, все, он через стрим, видимо, смотрит. Да, говорит, да, как все приходят. Да, слышу, только через стрим, к сожалению. Окей, ну будем с небольшой задержечкой, ничего страшного. Поехали. Погнали. 32 открученных и 50 на 50. Окей. А, там фиолет летит, все нормально, ничего страшного. Ничего страшного. Я не вижу сейчас ОБС из-за того, что мне чуть-чуть микрофон мешает, поэтому, да, я обычно периферическим примерно понимаю, где у меня экран, а сейчас... Сюда больше C6, смотрю, да. C6, это круто. Поздравляю, поздравляю. Грац. Так, ну я, если я правильно понял, нам нужна 50 на 50 Райден, а потом ты идешь крутить Какоми, правильно? Или не 50 на 50. Да, 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 именно так. Ага, окей, супер. О, ну тут уже... Давай. Тут уже а райден. То, да главное, что не делюга, то есть и делюки уже вылезают. Ого, круто. Нужен. Ура! Ура! Охренеть! 14 лет стандартных. 14! И первая мода. Грац. Грац.
Первая Мона — это вот всегда, это незабываемые воспоминания какие-то, когда она, да, не падает годами, ну, почти годами получается. Круто, круто. Ну, полтора года. Получается, что так, да. Так, там я видел последняя десяточка. Дальше что? Блеск? Ага. О, 16 блеска. Зажиточно. Я, кстати, недавно тратил часть из тех своих. У меня там 600 было, и мне пришлось чуть-чуть подвкинуть во что-то. Я уже не помню на ком. О, еще Сарочка. Сара, это хорошо. Нужно же кому-то бафать. Ну что? Ну давай. Давай, Лег, давай. Нет. Так, у тебя там что-то еще осталось, нет? Или еще один блеск просто? Да, там еще одна крутка. Ага, в синих камнях еще одна. Ну все, последняя. После лун. Дожимаем по максимуму. Эх. Да. Ну, не, ну Мона... Ну, два в любом случае добью, а вот Ружик, Руин... Ну да, Ружик уже не получится, видимо. Все, спасибо тебе за крутки. Давай тогда удачки тебе. С6 все-таки Сара. Да, круто. Счастливо. Да, давай, пока-пока. Так-с, все, вроде бы все, если я ничего не попутал. И смолу я вроде уже слил. Жесть.